Шульц, как дела с карантином? Все равно, что лавину руками останавливать. Только изолируем одного, как еще у двоих симптомы. Лейла и Кайл уже заболели. Я морпех, Номад. Я умею воевать. Надо было напасть на Сентинел, пока мы еще могли. Этого нельзя было предвидеть, Мэтс. Балларда уже нашли? Мы смогли узнать, что его перевели в новую лабораторию. Я загляну к нему. Он создал эту болезнь. Только он сможет ее победить. Удачи тебе с твоей лавиной. И тебе, Номад. И тебе. Боюсь, Блейка тоже забрали призраки. Черт, даже жалко этого неврастенника. Я ищу клинику генной терапии Ютспринг. Знаете, где это? Я уже рассказал вам все, что знаю. Интересно, надо сходить глянуть.
тоже. Не лезьте ко мне! Я уже работаю так быстро, насколько могу! Я не обижу вас, доктор. Я вообще не из Сентинела. Меня зовут Номад. Я хочу помочь. Что? Мне не нужна помощь. Я очень рад и счастлив тут работать. Ваш вирус прямо сейчас убивает людей. Я хочу, чтобы у них появился шанс выжить. Значит, вы и правда не из Сентинела? Я хочу похитить вас, чтобы вы сделали вакцину. Я давно ждал этих слов, чтобы исправить все. Хорошо, идемте. Стойте! Нельзя просто уйти и оставить им все данные о вирусе. Идите за мной, удалим все с серверов. Как скажете. Если вы не из Сентинела, то кто вы? Это не важно. Главное, я пытаюсь помочь жителям Эдгина выжить. Вы должны понять, я не хотел этого. Исследование было чисто теоретическим. Меня не интересует, как вы убаюкиваете совесть. Вам хорошо известно, что полезная для убийц теория всегда становится практикой. Убийц вроде вас, да? Ладно, пустое. Только Бог сможет простить меня за мои грехи. Мы на месте. Мне нужно время, чтобы забрать все данные. Займитесь делом. Я вас прикрою. Отлично! Нам пора уходить. Я отведу вас в Эдгин. Больные сейчас там. Мне самому не терпится уйти отсюда. Как быстро вы создадите вакцину, когда мы доберемся до Эдгина? Боюсь, это не так просто. Эта болезнь не такая уж и простая.
забывать, что Голмок и Стоун не размениваются по пустякам. Я не удивлюсь, если это только первое испытание моей разработки, а худшее еще впереди. Но пока что мы можем решать проблемы в порядке поступления. А тот парень, которого отпустили... Кайл. Да, Кайл. Он уже... Умер? Нет, пока нет. Но уже готовится. Я смог поговорить с ними до того, как понял, зачем их привезли. Хорошие ребята, с душой. Они все пытались доказать друг другу, кто из них больше беспокоится о какой-то их знакомой женщине. Лейла. Да. Она тоже больна. Ага, ясно. Я сделаю все, что смогу. Док, меня интересует одна деталь. Когда солдаты отбирали пленников, один из них сказал тип 2. Да, диабет. Голман спрашивал о нем перед похищениями. Вирус нацелен на генетические маркеры. Он атакует только части ДНК, которые есть у семей поселенцев. Но, как я и сказал ей, инфекция ведет себя непредсказуемо у больных диабетом. Геноцид против группы людей. Как бомба, которая убивает только ту часть населения, у которой есть определенные гены. Еще можно спасти Лейлу. Шульц, Баллард здесь. Мне бы надо прикончить тебя за все, что ты сделал. Мерзкий ты слизняк. Делайте, что хотите. Но чем дольше продлится ваша истерика, тем меньше жизней мы спасем. Надо заняться делом. Ты прав. Прости, я знаю. Выбора у тебя особо не было. Чем конкретно я могу помочь? Отведите меня к больным. Нужно оценить ситуацию. Идем. И спасибо вам, что вытащили меня оттуда. Я постараюсь все исправить. Создадите вакцину, мы в расчете. Создам.